плен в городе Лиман. Сдался. Да, сдался в плен. Нас была группа из 16 человек. Мы были в подвале церкви. Вот с этих 16 человек, 5 человек только прибыло новых. С леса, ну, наверное, вы знаете, прибыло. Остальные ребята стояли на, ну, там, на рубежах. Когда под утро начался обстрел, и вот в рацию 79-ки, вот, потому что мы типа, как бы ей помогали, была рация пока, ну, и говорили, что, наверное, идут на прорыв. Очень сильно обстреливали старт, ну, сильный был артобстрел, и мы приняли для себя решение не уходить, потому что это очень страшно, а просто сдаться, это самый лучший для нас вариант. Лучших вариантов нет. Когда мы услышали технику возле себя, мы начали подготавливаться, мы поснимали каски, бронежилеты, все оставили, ну, в середине и вышли к ребятам. Они нас связали, раздели, связали нас и отправили, ну,